ситуации, когда нужно и быстро подточить стамеску, особенно на работе, а нету ни камня, ничего, можно взять кусок наждачки. У меня в данном случае это 80-ка. И круговыми движениями затачиваем. В принципе, я так постоянно и делаю. Чтобы проверить, можно все. Ну, еще можно немножко подточить. Ваши способы напишите в комментариях.